Так, ну что, ребята, всем огромнейший привет на связи Незнаков. Сегодня в программе у нас будет фул каточка на медовом Рубике. Очень интересный и нетипичный герой для мида. Очень сильный, рано включается в игру, имеет очень много урона с быстрой филактерией. Именно в нее будем выходить. По традиции, ребята, хочу напомнить, что если мы под этим роликом собираем 150 лайков, я сразу же записываю новый ролик и выкладываю его. Стоять сегодня будем против дабл мида, как я понимаю. Вич-доктор плюс снайпер. Не знаю, что там у них у ребяток, они не поделили или в чем вообще проблема. Но, в общем-то, ладно. Я думаю, от этого игра будет лишь интереснее. В любом случае, мы можем откидывать наш болт, снижать урон сразу двум юнитам, продамаживать их, поэтому это меня вполне устраивает. Прягали крипчика, попробуем забрать его, замечательно. Пока себе качну пассивку, обычно рано подъем брать смысла нету, только, наверное, в том случае, если на ФБ, там, допустим, как-то подконтролить, либо вот перекинуть через какую-то преграду противника, может быть, даже закинуть на глиф. Иначе смысла я особо не вижу. Выходить будем фастботл, потом я, наверное, сделаю грейженные стики, чуть попозже докупим раканчики, и в целом проблем с маной у нас особых быть не должно, хотя, зная Рубика, если постоянно мы будем спамить второй, все-таки рано или поздно монопул заканчивается, он тоже не резиновый. Но в целом-то ладно, что-то прям они очень сильно нагреют, я не знаю, ребята, почему дабл мид, почему такое усложнение появилось, честно скажу. Это ролевой рейсинг, это абсолютно дефолтная игра, не знаю, может быть, чисто в теории я могу предположить то, что снайпер с Вич-доктором играли в прошлый раз там в одной команде, Вич-доктору, возможно, не понравилось, как снайпер постоял на миду, и в этой игре он решил сразу действовать с опережением и решил полностью помочь ему постоять на этой прекрасной линии и немножко ставить свою компанию. Мол, типа, ну раз ты в прошлый раз не справился соло, давай в этот раз попробуем вдвоем. Так шансов будет больше. Ну, либо может как-то по-другому, честно, не знаю, опять же. Но это звучит вполне разумно. Все, бутылочку себе купили, уже везем. Уже появились у нас руны. Попробуем законтролить, если они вдруг сразу не решат одновременно две руны сходить, законтестить. Короче, не знаю. Бутылочка есть, можно и поесть. Крипчиков аккуратненько переагриваем. Очень важно нам хорошо покачаться на старте. Безумно сильно. Пошли шапнели от снайпера. Кстати, если потом в перспективе я смогу их украсть, когда они будут замакшены, я смогу вносить просто миллион урона. Они решили скомбинить Маледик плюс шапнели. Так, господи, неприятно становится. Реально становится как-то, ну, не очень хорошо. Ладно, нормально. Немножко живем, тангусик еще есть. Чарджи батла у нас имеется, все имеется. Можно будет отпиться потом. И, в общем-то, медом насладиться. Пока, наверное, себе подмакшу третий. Опять же, чтобы чуть больше был урона со второго. Первый пока брать особо не хочется. Как будто вряд ли получится мне кого-то из них убить. Пока лучше сыграть на статику. Опять же, откидывать болты. Потихонечку их харасить. И потом, я думаю, будет все хорошо. Накупим себе сразу грейженные стики. Руны они, к сожалению, все законтролили. Это из больших нюансов. На касочку развели, хорошо. Пошел Маледикт у нас, немножко отойдем. Переждем все вот эти невзгоды. Ну, кроме шуток, ребята, линия действительно не очень комфортная. Типа они просто не дают мне жизни. Максимально зонят. Пытаются усложнить мое мидостояние. Не знаю, что я им плохого сделал. Просто так вот. Не знаю, не решились. Да и ладно, в общем-то. Че, пока стоим, кайфуем. Стараемся на переаграх как-то крипов забирать. Даже близко подходить не хочется, потому что то каски летают, то шрапнели. То еще какие-то вот неприятности. Последний чарж батла выпил. Ну и как будто с ресурсами могут стать небольшие проблемы. Но с другой стороны сейчас появятся руны, не знаю. Если получится законтестить как-то. Верхнюю пози должен забрать. Там же доктор уже бежит. Не знаю, наверное, вряд ли он что-то сможет придить. Накинул маледикт. Шапнель пошла. Каска, да господи. Да пацаны. Да чего вам надо, а? Просто вурдалаки какие-то. То ли они как-то пронюхали, что это я. Какие-то стрим-снайперы, хотя не знаю, я записываю катку вне стрима. Короче, хрен знает, у меня такого еще никогда не было. Не, было, конечно, всякое разное. Бывало, там попадался, допустим, против СФа, там, вкупе с Тинником. Ну, Тинник, очевидный был руинер, там, он мог, например, закидывать этого СФа куда-то под тавер, то есть намеренно манипулировать им, чтобы он там подфиживал. А тут я вообще хрен знает просто. То есть, в чем у них задумка? То ли они реально решили так свою линию укрепить, то ли это какая-то комбинация там от Гудвина, имба-связка там, Маледикт плюс шапнель там на миду. Типа, доводим до лива оппонента, хрен знает. Тяжело представить, напишите, ребята, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете. Но это реально некомфортно, вообще некомфортно. Опять пошла шапнелька, опять Маледикт, да господи. Да пацаны, а? Я что, умру, что ли? Я что, умру, что ли, а? Алло! Алло!
Уф, бляха, я выжил просто каким-то чудом. У меня где-то, ну не знаю, хп, наверное, 50 было. Если не ошибаюсь. И как вот в это стоять? Как стоять в это? Подскажите, ребята, кто шарит? Ладно, из плюсов у нас уже почти 6-й левел. Но чуть-чуть не хватает нам, условно. Буквально может вот эту пачечку еще одну зацепить, понюхать. Там тем более еще два дальника, катапульта. Короче, сейчас XP должен нормально хапануть. Если получится все это дело занюхнуть, то уже будет немножко попроще. Вардик себе поставил, чтобы было как-то поприятнее. Ну и не знаю. Ну, он опять там есть доктор. Главное не подходить вот к соло каким-то таргетам, типа катапульта. Если я к ней подойду, скорее всего, каска будет летать бесконечно, если никого рядом еще в рейнже не будет из крипов. Поэтому очень аккуратно нужно действовать. Ура, появился ульта, не знаю, что пока смотреть. Давайте шрапнель возьмем, наверное. Шрапнель у снайперов 2. В целом-то это уже неплохо, затем можно действовать. Появляется активная руна. На боте это у нас руна с иллюзиями. Тоже неплохо. Чисто в теории можно попробовать поддожить касочку. Но опять же, если рядом будут какие-то юниты, то касочка все равно будет отскакивать еще дальше от них. То есть можно подожить только первый тик, если идеально на рацио. Пока смысла нету. Можно, кстати, еще и тик маледикта подожить на последнем, например, тике. Такую тоже можно исполнить, чисто в теории. Хочется по вещдоктору поработать как-то. Надо понять, куда он хочет двигаться. Отлично, уходит от нас. Жмем шапнельку, еще вторую, еще шапнельку. Есть контакт. Без проблем забрали его. А ведь вещдоктор мог сыграть лучше, будь у него побольше рейтинга. А ты хочешь апать рейтинг и выигрывать катки, не тратя драгоценное время? Тогда встречай Незнаков Бустбот. Твой личный помощник в доте. Что у нас есть? Калибровка. Быстро и без риска сможем выбить плюс 1500 рейтинга до 30% уверенности. Нужно больше? Прокачаем твой аккаунт до 100% уверенности, сделав плюс 2500 ММР. Буст аккаунта. Хочешь быстрее подняться по рангу, чтобы играть с крутыми тиммейтами? Оставь это нам, мы гарантируем плюс 500 ПТС в сутки. Обучение. Наши опытные тренеры помогут улучшить макро- и микроигру до такого уровня, что ты сам захочешь стать бустером. Сотни довольных игроков уже начали получать удовольствие от игры. Готов к ним присоединиться? Заходи в Незнаков Бустбот по ссылке в закрепленном комментарии и получи скидку целых 30% на первый заказ в день обращения по промокоду KES30. Стань лучше в доте уже сегодня. Прекрасный опенфраг у нас получился, реализация моментальной шрапнели снайпера. Это реально одна из сильнейших, наверное, билок, именно вот эта шрапнелька, которая быстрая, которая носит моментального много урона. Опять же, он скейрится благодаря нашему третьему, поэтому на Рубик это ну просто имба, просто имбища. Вещдоктора пока что нет, а не знаю, будет ли он возвращаться на эту линию после своей смерти, или он поймет то, что его ждут какие-то неполадки на ближайшее время. И, кстати, мне еще интересно, будет ли снайпер продолжать максить свою шрапнель, потому что если он будет ее максить, то при возможности я смогу ее также украсть и использовать это же оружие против него. При этом в моем случае это будет гораздо более опасно. Помимо этой шрапнели у нас еще есть свой болт, который наносит, опять же, тонну урона мгновенного. Поэтому заберсти какого-то снайпера вообще проблемы не будет совершенно. Поэтому как раз Рубик зачастую сильнее, чем любой другой такой дефолтный мидер. Просто благодаря тому, что украв какое-то заклинание, используя наш болт как прокаст, мы можем нанести в моменте сильно больше урона, чем любой другой герой какой-то на миду. К примеру, если бы мы стояли против Лины, мы бы могли у нее украсть, там, допустим, Dragon Slave, первый обычно максит все игроки на линии. Вот, и то же самое провернуть плюс-минус. Ну, либо какую-нибудь лагуну, если бы там повезло тоже. С лагуны урон становится просто невероятный. А снайпер пока стоит здесь. Кайфует, ведь доктор, походу, не будет возвращаться все-таки. Что-то погрустнел наш малыш. Обычно есть такая фраза «наш малыш вырос», но, в общем-то, ведь доктор, не знаю, можно ли такое сказать или нет. Вообще, если честно, не люблю играть против них. Максимально противный герой, как по игре, так и, в принципе, на линии. Очень душно, очень неприятно. Да, снайпер, кстати, подмаксил себе шрапнельку. Шрапнель в 3 у него. И на самом деле, с этой шрапнелькой, я думаю, можно даже куда-то выйти на сайт. Пока смотрю, если вдруг противники начнут как-то давить, можно будет отправиться. Ага, есть контакт. На боте начинается агрессия. Под хосту мы можем без проблем вот так вот поднатыкать шрапнельками. И второй у нас тоже есть. Сможем засекьюрить вещдоктора. Дальше работаем по разорчику. Иди сюда, мой хороший. Сосалочку украли. Начинаем отсос конкретный.
Ну и все, пока. Дальше страшно, извините, я Рубик, у меня очень мало армора. Дальше я не готов. Но вот второй свой нажать, и это всегда пожалуйста. Это, как говорится, спасибо на здоровье. Без проблем получилось у нас сделать тройное убийство на боте. По итогу два фрага получили, что в целом-то весьма приятно. Снайпер там немножко покачался, пока себе возьму шмотку на статы. Именно с нее мне больше всего нравится собирать филактерию. Чтобы иметь и больше чуть монопула, больше урона, больше армора, всего по чуть-чуть, да. Вот так вот. Посмотрим, что там у снайпера. Опять шрапнельки, да, шрапнель в 3. Замечательно, пока у нас один заряд имеется, можно подкопить какое-то время. Опять же, настакаем все заряды. Если будет какая-то активочка, можно либо снайпера будет убить, либо опять же куда-то выйти на сайт. Там, возможно, что-то интересное выдумать. В общем-то, это будет несложно. Пока линию запушили, снайпера здесь... Да, видим, он там стоит где-то за тавером. Боится, стесняется. Активка у нас на боте. Прекрасная руна, кстати, Аркин руна на Рубика. Это просто услада для моих ушей. На топе у нас происходит драка. Сразу уйти не стесняемся. Под рункой сможем еще суеты навести. Поехала реализация Аркин руны. Забираем вещдоктора. Не знаю, за Вайдом уже тяжело. У него просто есть, да, первые. Не хочу, наверное, его даже чизить особо. Давайте по тинику поработаем. Опять же пробиваемся шрапнели с нашего второго. Украли у него, значит, тосик. Немножко подпробили, да и нормально. Снайпер вернулся. Снайпер что-то хочет. Блин, я не хочу пока поставляться сильно. Возьму себе первый на раз. Чисто на случай, если меня вдруг прыгнут. Захотят что-то делать нехорошее. Ага. Бляха, не, я не то украл. Я украл вонючий хедшот. Пацаны, тихо, тихо, я духом сильный. Не бейте, не бейте. Кинул второй на Вайда просто потому, что он потратил свой первый. И тем самым не сможет вернуть себе хп. Как-то пожить бы, а? Пожить бы как-то, а? Дайте шансов, мужики, а? Фух. Украли у него таймволк. Пока вроде живу. У меня есть еще капельки, поэтому тики маледикты не так много наносят мне урона. Просто чудо, ребята. Чудо внеземное. Они как вурдалаки за мной решили до конца пойти. Но благо я оказался умнее. Это из приятных новостей. Да, кстати, я себе все-таки решился сделать фаз-догон за место фаз-филактерии. Поначалу хотел именно ее сделать, потом что-то я под маледиктом постоял и подумал. Блин, а было бы круто, если бы у меня был догон, я бы мог нажать его и в моменте отрегенить себе хпшку за активку догона. И типа не так сильно терять лицо под маледиктом. И как будто бы в этой игре это действительно может сработать. Поэтому филактерию сделаем попозже, сначала будет у нас фаз-догончик. Тоже нормальный и приятный слот на Рубика. Опять же, увеличивает наш урон с прокаста. Очень круто, и позволяя выжить там на лоу хп, в случае, если есть какая-то цель, с которой мы можем отластириться. Это может быть как обычный крип, так и какой-то герой, поэтому это все нас устраивает максимально. Так, ну что у нас тут? Не знаю, снайпер боится, снайпер стесняется. Там бедняга Чен... принимает агрессию от вещдоктора и Вайда, не знаю, что он там делал вообще в лесу. Находим руну регенерации. Можно, наверное, толкнуть будет мид, тавер. Потом что, нейтралочку взять. И, блин, да хорош. Че так больно-то, алло? Че так больно-то? Какой-то урод. Но, кстати, молодец на снайпере. Начал, наконец-то, сразу после прожатия первый нажимать свой третий. Таким образом, чтобы я не смог у него украсть его шрапнель. Короче, умный-умный мужчина. Че, пофигу, го, пока немножко подзапушим тавер. А можем запушить пачку, немножко затанчим под регенкой все это дело. Активка у нас работает. Пофигу на снайпера, у нас еще есть первый скилл Вайда, поэтому нас убить нереально. Ну реально. Реально нереально. Вот это я придумал, конечно. Так, ну и че? Ресы восстановили себя? Не знаю. Не знаю пока, что дальше делать. Возьмем себе, наверное, сейфти бабл. Просто как доп под сейф, доп хп реген, чтобы нас не заберстили противники. Все-таки у них тоже есть львиная доля берст урона. Прокат синика есть. Есть там потенциально еще снайпер, который может закинуть шрапнельку, плюс нас как-то пробить. Но остальные нейтралки как будто на Рубика такие себе. Попросту, да. Откидывается где-то как крыса. Как крыса снайпер откидывается из леса. И там выходит еще два гопника. Разур и тиник. Я не хочу с ними дообщаться пока что. Не хочу, не хочу. Чего надо, братик? Чего надо? Давай сосалочку нажми, а? Пососать не хочешь у меня? Не, не хочет пока. Я могу шонить его просто. Подойди сюда. На, скотина! Ё-моё, что вы сделали с ним, а? Все, и нормально уходим на прыжке Вайда. Офигеть, реально имба. По итогу норм засетапили раздорчика. Также еще убили вещдоктора. Вивер нам помог.
Не, ребята какие-то у нас нормальные, веселые, у противников какие-то грустные прям вообще попались. Какие-то правда странные, очень странные и нетипичные игроки. Вивера тоже очень неплохо, офигеть, 9-й левел у него. Это он нормально так постоял, удовольствие, так сказать, получил свое на линии. Че, ну и дальше, да, будем уходить в филактерию, сейчас чекну, пойду еще активную руну. Активка на топе. Руна инвиза, тоже кайф. Там Тиник что-то нехорошее пишет про снайпера вич-доктора. Недоволен исполнением их комбинации. То есть как будто бы задумка не оправдалась. Не превзошла ожидания. Так что вот так вот, ребят. Да, блин. Я пока в инвизе, хочу попробовать еще кого-то шотнуть. Хрен знает, у меня прокаст, конечно, наносит много урона. Но вайда тяжело будет, разор тоже достаточно плотный. Как-то можно по вайду, наверное, поработать, да, под стан Леончика. Хорошо. По итогу Леончик у нас засилил, да и ладно. В общем-то, не жаль. Мне не жаль, ребят. У нас еще будет активка догона. Сможем засекьюрить. Хорошо. Есть контактик. Так, талантик какой возьмем? Давайте, наверное, да, приземление телекинезиса. Ну, чисто, чтобы еще было немножечко больше берст урона. Под наш догончик, под наш второй... Урона будет, ну, реально тьма. Мне кажется, где-то 1000 урона плюс-минус мы можем спокойно сбрить. Ну, я, конечно, не знаю, но я так чисто на глаз понимаю, сколько можно, сколько нельзя. А так в математике я не супер-то и силен. Но 1000, мне кажется, где-то есть уже с прокаста. Чисто в теории. Хотя, смотря еще по кому. Если по герою, то, наверное, за счет за вычетом макрозиста может даже чуть поменьше быть. Вот в идеале бы, конечно, еще шрапнелю снайпера украсть. Каким-то чудо-образом. Да, будет просто жуть. Разорчика немножко прогнали, напугали. Приятно, можно просто откидываться вторым. Он испугался, потерял лицо. Филактерия у нас тоже скоро будет. Все, кайф. Так, Леончик подцепил. Идем на помощь. С прокастиком можем что-то попробовать сделать. Так, он застанил его? Да, походу застанил. Иди сюда, мой маленький, а. Есть контакт. Бляха, фраг опять Леона достался. Но, в общем-то, и ладно. Мне не жалко, опять же. Убили, да и убили. Ну, было и было, как говорится. Снайпер где-то там опять стоит, отстреливается. Бедных крипов Чена пытаются как-то пробить, напугать. Да и ладно, чё, пойду я, наверное, топ пока покачаю. Чё-то не хочется там миду обитать. Там противники зажались. Теряю драгоценное время, драгоценный фарм. Лучше здесь пока попробуем спушить Т1 тавер под катой. Даже на Рубике это сделать можно. Урона у нас достаточно много. Ну так относительно, конечно, 124 в сумме. Ну как будто неплохо для Рубика. Как будто неплохо. Раньше было бы меньше, сейчас у него еще, да, крутая врожденка появилась, которая нам дает тоже часть урона. Очень круто нас бафает. Поэтому очень приятно стало именно на медовом Рубике играть. Тиник нам уже подсказывает, дает свои царские колы, как правильно играть. Это мы все ценим, уважаем, но если честно, я буду играть так, как мне комфортнее. Пошел он нафиг своими байтами дешевыми. Дальше будем ходить в Блинк и Метеор Хаммер. Блинк для мобильности, чтобы иметь более удачную позицию, чтобы можно было прыгнуть кого-то там гарантированно подстирить, либо же синицировать хорошо. Метеор Хаммер возьмем, чтобы, ну, во-первых, да, опять же, увеличить наш мак урон. Во-вторых, еще иметь опцию там либо подпушить, либо же накинуть там даже в тимфайте какой-то удачный метеорчик. У нас аспект на увеличение РНЖ. То есть чисто в теории радиус метеора может быть очень большой. Подпробили немножко Тиника. Ну, ребята там стоят просто в тупую. Мне кажется, они будут дефать до конца. Я замечал сколько раз, что те пацаны, которые пишут там GovTron, мы АФК, те люди как раз дольше всего дефают обычно. И самыми последними сдаются. Не знаю почему так, я лично никогда такое в чате не писал и никогда не дефал при таком раскладе. Но я не дефал, потому что я не писал такого. Я всегда до конца играю. Опа, хорошо. Вич-доктора нам сюда закинули под хрона. Было очень приятно. Нам будет смог запинать Чена вместе со снайпером. Да, в общем-то, ладно. Ой-ой-ой, офигеть, хватило урона. У меня, к сожалению, вообще нету монопула. Как-то подвыйти бы из-под разорчика. Хорошо. Маны вообще нету. Чисто с руки с фантомкой его осилили. Кайф, кайф, кайф. Нормально, неплохо так-то подрались. Чуть-чуть не хватает нам до блинка. Не знаю, даже, наверное, сразу может кайф сделать. Опять же, очень большие проблемы с маной. Как бы все хорошо. За счет нашего догона мы можем изи осилиться
убивая там крипов, противников. Проблемы с хавапулом нет, а вот с монопулом небольшие сложности имеются. Как будто бы манрегена нам чуть не хватает. Раз 7 чуть. Ты же можешь забыть интересы, но все равно это как будто чисто такой, знаете, капля в море. Слишком мало дает. Даже абуз арканов. Так что ладно, погнали. Приведем себе Каю. Дальше еще подумаем, посмотрим. Что может быть нам интересно сделать. Пока идем дальше в мид. Чисто на мужчину. Есть у нас еще гречка. Успели закупиться. Со времен кризиса. Касочка пошла у нас. Маледикт тоже. Ну и как будто пока все. Своровали Маледикт весь доктора. Можно на самом деле пукнуть ему, да, под Маледикт. И как будто он сгорит. Да, офигеть. Миллион урона. Кажется, Тора очень сильная комбинация. Маледикт под Рубика. Опять же, урон процентный от Маледикта будет гораздо больше, чем у самого Вещдоктора. И эта кнопка будет работать в 1000 раз эффективнее, чем на самом Вещдокторе. Но это огромнейший плюс от Рубика. То, что усиляется почти любая кнопка, которая есть в Доте. Это Тиник все пишет да пишет. Не может никак угуманиться да успокоиться. Кстати, реально по чену можно зайти. Под барбанчиком немножко подпушить. Чисто кайфануть мальца, да? Да. Хочется какой-нибудь мальдик накинуть, не знаю уже куда. Дайте шанс, а. Ладно, я могу просто пухнуть в него. На, сволочь. Как оно, что там? Нормально, поздоровались с разурчиком. Да и пойдет. Возьму себе нейтралку сразу вторую. Не знаю какую, наверное, палпе. Чисто на статы. Чтобы быть немножко поплотнее, посильнее. И настроенным порешительнее. Я бы даже так сказал. Да, реально изи по чину можем быстренько подпушить, Т4, очень быстро все падает. Кентавры, конечно, страдают, но это такой вопрос нажимной. Снайпер 30 тир? Кстати, да, я только сейчас заметил, там реально снайпер. 30 тир, это знаете, я даже боюсь представить человека, как он выглядит, 30 тир снайпера. По-моему, это нужно быть на чем-то серьезно обиженным в жизни, чтобы чисто на снайпере играть столько много игр. Единственный, кто в плюсах в этой тиме, если что. Согласен, абсолютно согласен. Блин, очень быстрая игра получилась. Честно, хотел, чтобы она подзатянулась. Чтобы была немножко поинтереснее. Покидать кнопочки, поворовать скиллы. С прокаста поубивать, пошотать. Рубик-то, в принципе, вот герой про это как раз. Очень кайфовый. Ну, ладно, что есть, то есть. Поэтому, ребята, вам огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте ставить ваши лайки, либо писать что-то для продвижения. Заказывайте буст, калибровку, обучение в нашем телеграм-боте по ссылке в закрепленном комментарии. С вами был Незнаков.